Здравствуйте, у микрофона Гиротанк, и мы продолжаем прохождение игры King's Bounty, Перекрестки миров, Поход орков, Красные пески. Значит, в прошлый раз мы побеждали босса Бурильщика, ну и вот пришло время. Мы таки созрели, чтобы разобраться вот с чародеем Зилгадисом, забрать у него очередной камень Диан. Так. Да, Зилгадис вон, да, красавец, такой темный эльф. Да, хотя, ну, точно. Из серии «Веселая вещь магия», подумал Гарри Поттер, почесав хоботом плавник. Вот это как раз про него. Увлекся предметной магией, гремлинскими вот этими чародействами, ну и стал сам такой. Не забывая ничего по дороге забрать. Ну, ладно, хорошо. Так, значит, что у нас тут? Ага, надо прокачать Асмодео. Мастерство стихий самое. Так, прокачано. Плюс 5 атаки. Да, выковали мечи единства. Какая армия. Да, значит, тут, наверное, нам больше пригодятся пушкари, потому что Зилгадис выставляет башни гремлина. То есть, ну, он сам тут, видите, ну, вот мы когда боролись с гремлинами, то мы видели, что вот они себя представляют. Тут башенка, и в ней сверху сидит гремлин. А тут получается, что это гремлин, в котором сидит башня. Ну, прикольно, прикольно. Так, ну ладно, чё уж. Давайте шандарахнем. Шекспировский слог прям. Так, здравствуй. Щит от магии.
происходит. Руками магии призывает башню. Доброго греблена с рыцарем паладином. Гремлион. Все отвечает. Thank you.
А, ну принцип понятен. Надо подождать с воскрешением. Феникса прибила сразу. Гремлина лучше сразу мочить, да? Так, воскресенье сразу идем. Вот, собственно, и все. Силгати сам. Ну, конечно, такой результат объясняется тем, что у меня реально сильная армия. Ну, я сам, я 52 уровня.
Получен камень, еще плюс 700 лидерства. Еще будет более сильная армия. Да. Остался последний камень у ящера Ктаху. Ну, ему будет посвящен в свое время отдельный ролик. Да, как-то... Не знаю, с одной стороны, битвы с боссами, они... Понятно, что... должны быть самыми сложными и интригующими, но пока получается, что как раз интриг вот в битве с боссами мало, не скоротечно, то есть веселее даже, ну не знаю, может надо было делать ролики, посвященные прохождению магической башни, там каждый бой был, ну там свои правила довольно оригинальные боев. Там перед каждым боем ты оставляешь один из своих отрядов, ну, выбираешь какой. А остальные виды войск нанимаешь, ну, за бесплатно, правда, и в любых количествах, вот из того, что там на этаже есть. Ну, там вот эти пункты найма расположены. Ну и там каждая арена, у каждой арены свои правила. Скажем, очень интересный был зал метаморфизма, он так назывался. Там смысл в том, что вот у тебя есть твоя армия, и на каждом ходу все отряды в армии оппонента превращаются в случайно выбранный отряд из тех, что у тебя. То есть, скажем, вот у тебя есть там паладины, ну, условно говоря, вот у меня есть рыцари, мистики, паладины, пиромаги и рунные чародеи. У него там изначально какие-то там ассасины, сколько-то ассасинов, сколько-то бронтеров, ну, это, опять же, юниты разные. И вот, скажем, на первом ходу у него все его войска — это паладин. На втором ходу все его войска — это рыцари. Ну, случайным образом все выбирается. Ну и первый раз я эту фишку как-то не очень просек. Я призвал вот этого инфернального пламенного дракона себе в помощь. А в итоге на третьем ходу все его войска превратились в пламенных драконов. А, то есть у него в общей сложности было 300 таких пламенных драконов, и они меня разделали просто под орех. То есть я понял, что не призывать мощных существ все дороже, набрал наоборот там слабых, вот этих терния воинов, ну такие растения плюющиеся. Первого уровня юни, то есть они сильны только в очень больших количествах, там порядка 5000. А у него там юниты, ну отряды численности там 60-120. Ну у него все отряды превращались в этих термитов, и с ними, что называется, одной левой нужно было развиваться. Ну как повезет, ну с такой еще. Ну интересно. Да. Ну, первый уровень я вообще прошел, но я еще был относительно слабым, там уровень 10-го основной. Или 5-го. Ну, то есть начинал только и. Собственно, я преодолел первый уровень только потому, что вот я оставил себе древнего энта, своего героического. И его били, уже почти прибили. Но он поднял уровень, срегенерился назад полностью, и в итоге я таки одолел. Только за счет этого. Только у меня остался из всех юнитов только этот энд. Но он уже там с той
с тем количеством вражеских существ, которое было, он совладал. Все-таки 1500 здоровья, сколько-то там, на том уровне, это очень... Ну, все-таки это юнит 5 уровня. Вот. Ну, то есть из обязательной программы нам еще остались вот этот ящер Ктаху и финальный бой с Баамом. Но я так полагаю, что у нас еще будет как минимум какой-нибудь бой, связанный с Эддоном Баходорком, ну, с этой сюжетной линией, и какой-то бой в Красных Песках, уже связанный с этим. Я просто не читал ничего об этом, я не хочу себе портить удовольствие от выяснения сюжетной линии. Поэтому так вот об этом и рассуждаю, что возможно нас еще ждет. Ну, в общем, как-то так. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Всего вам самого доброго. Пока.